вчера все средства массовой информации на Западе взорвались роликами, видеороликами из Кременчуга, где они показывали кадры горящего торгового центра, обвинив российских военных в том, что они бомбят гражданскую инфраструктуру. Министерство обороны России очень четко и понятно разъяснило, что на самом деле произошло. Бомбили ангар, куда прибыло американское и европейское оружие и боеприпасы. И в результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр. Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам. Пока еще сомневающихся должны понимать, без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть.